детскую песенку, которая называется «Коробок». Владимир Дерксон. Согласно стартуары, и вот людям валяется какой-то коробок, замасленный, помятый, с картинкой оторватой, обиженный, непонятый, зеленый коробок. Ну чего вы с ним подумали? Наверное, кто-то выкинет. Но мы-то ведь не выкинем такого коробка. Туда же можно запросто впихнуть кого-нибудь, попадя. И бабочку красавицу, и дедушку жука, и сороконожку, и божью коровку. Умеемся пихнуть. Пошли мы с ней на мусорку, нашли большую муху. Красивую, блестящую, ну прямо как цветок. Схватили ее за ногу, скрутили руки за спину и бросили голубушку в холодный коробок. Замасленный, помятый, с картинкой оторванной, обиженный, непонятый, зеленый коробок. Потом вот так вот делали и слушали жужжали. Так сначала сами слушали, потом быть может, притомилась, а может, просто спряталась, а может, померла. Па-п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 а-
воспитателем поябедать пошли. А мы переглянулись, и вы отряхнули бедную. И отнесли коробочку туда же, где нашли. Пам-пам-пам.